мы без лишних слов прямо сейчас врываемся... Без лишних лиц. На... Без лишних лиц тоже. На арабские просторы карты Dust 2. И это OG против Мибор. OG за защиту, Мибор за атаку. Карта, которую Мибор выигрывать нужно. Нужно обязательно. Отмечу вашу красноречивость, что это две арабские карты. Да, да, кстати. Идеально. Просто идеально для OG. Все, все для ИСа складывается для ИС. Как надо. Ну, есть шанс у Мибро все еще заработать 12 очков в группе, если это даст, они выиграют. Не ставит шанс на выигрыш. Прикинь, реально, если ИСа, например, делает эйс в раунде, небо на Дасте 2 темнеет. Хм. Реально был бы такой. Песня Саладина, да, играет? Попахивает баном. The whole new world. Ну, а чего? Что тут? А что, каким баном? При чем тут бан? Все нормально. Так, ну что, сплитна у нас готовится. Без занятой длины, конечно. Сплит. Сложно будет. Очень все медленно. Ну, гранат нет, просто не чекается яма. Ой, красиво. Вот сплит и закончился, по идее. Или, ну, пытается, три пытается шайбы выйти здесь на... Боже, Бальдин. Очень странно себя ведут. Уджи, потому что один дерется, второй прячется. Так все равно Мибро никого бить не может. Почти без потери. Остается мейн. Ну, мейн тоже ничего не может сделать. Ну, беда. Надо было длину занимать в таком раунде. Мибро что-то халдили. Еще не получилось в итоге. Ох, OG. Ну, я на самом деле вот сейчас общался, кстати, как раз вот с нашими коллегами, которые, опять же, сидят в режиссерской. И, в общем, мой прогноз был, что ОГ должны быстро здесь справляться. Быстро? Быстро. Со мной не совсем согласились. Не, ну первый прям очень хорошо. Со мной не совсем согласились, но стрипи, первую хорошо. Лутбет с тобой согласен. 1.71 на OG. Не, вообще не факт, что... 1.71 это он еще не согласен. Не стоит... Парень в переобувочной еще накидывает, пацан. Не стоит забывать, что у Мибров два очень крутых авика, против которых будет безумно сложно играть. Ну и, по крайней мере, в защите они будут давать очень дико. Ну, в атаке тоже, конечно же, могут. И не раз мы это видели. Мант увидел, дал инфу, спрыгнул. Короче, с проблем начинается этот раунд. Отличная хаэдда залетела. Я отдана, да, получается? Пропустили всех. О, ну и это аплайн, да. А занято, тут без шансов. Ну можно будет сейвить. Будет тяжелящий ретейк. Сейвить вчетвером? Ну да. Ну тут как-то, что-то как-то, да. Ну тут пока они сейчас придумают, как все это дело. Ну смотри, Манта уже убили Кимбита. Заходит дальше, второго Манта убивает. Ой-ой-ой. Ну шикарно, да. Просто как дикей. Ну и последний остался, тот самый грандиозный, известный, могучий, прекрасный. С ним справляются. 2-0. Ну, хорошо, что уже начали выбивать еще до того, как они поставили бомбу, разоточились по позициям. Пока была суета, вот это они ворвались в этот расклад и, в принципе, взяли раунд без размена. Так никто даже на рампу-то не смотрел. Просто стрёмно выглядело именно то, как бразильцы не смогли сориентироваться. То есть они вообще ничего не по... Ну, видимо, в один момент просто кто-то дал кол, типа, давайте отстрелим КТРС, давайте. И, типа, все туда начали тыркаться. Короче, встали в пленте и сканировали. Просто сканировали стен, боже мой, а. Ну, слушай, у них уже был такой раунд, когда они в пленте в Инферно там зажались, сидели такие, думали, ща мы всех примем. Нам бомба в другом месте. Выходит установка. Чудеса. Так, Фолин опять со скаутом. В прошлом раунде ему получилось щелкнуть ИСу, но не вышло. Да, бомбу в том раунде поставили, не стали закупаться, закупить их пистолет с армором, чтобы как-то экономику подпортить еще у Джина, следующий раунд попытаться. Ну, посмотрим, что у них выйдет тут. Ну, хотят играть через длину, но что-то ждут пока... Ждут смог. Судя по всему. Тяжело, тяжело им выходить на эту позицию. Оп, аккуратненько по ступенькам топнул, спустился. Топнул, все равно топнул. Ну, вот, пошел заход. Вальде отворачивается. Хоть одного примет, да, только очень, одного если принимает. Сразу убил первого без улета спрея. Манту очень близко поджал. Манту очень, яме. Рискует. Очень рискует. Сильно рискует. Это ухо. Будет в ухо фраг, нет? Разминулись? Нет? Разминулись. Удалось нам. Боже, ж... Не убивай первого, не убивай первого. Погорячился. Ну а тут просто зажимает и. Ну, повезло, повезло.
Всех зажимом расстрелял. Великолепный заход от Манту в спину. Просто, просто красота. Ну, это на самом деле на грани риска. Это... Белиссимо. Да, это было очень... Может, это и красиво, но это было вообще дичайше. Как старый добрый Джей-Ви промытился в дым. Та самая слабоумие и отвага. Как бы идешь и работает. Ну, скажем так, в матче уровнем поважнее, он бы на такую хрень не пошел. Если бы пошел, его бы просто нашли. Да. Ну, тут уже просто сам фактор отношения к этому турниру. И... Не то, что турниру, соперники. Соперники, да. Вот. Так что... Что тут еще добавить? То, что просто 3-0, добавить. Первый бай полноценный от Мибров. Снайперы, говоришь, сложно. Не попадаешь ты, попадают по тебе. Все очень легко. Нужно уносить девайс как-то этот. Пока тут каждый играет в свою игру. Сплит базы Б или отмены, непонятно. Вот забрались. О, тут очень все. Это труп. Нет, врыв с КТ. Но это своевременно. Надо проверить конструкцию. Браво, и все, закрыто, да. Нужный момент проверил. Так, а тут добивает, конечно, НБК. Там шорта прыгнул игрок. Но что вот от него вообще сейчас ни горячо, ни холодно, что он прыгнул. И последний красавец стоит в верхнем темном, сканирует базу Б. Пауза тактическая для Мибр. Tactical timeout. Вот нам показывают машину, на которой команда Мибр, возможно, будет ехать. На двух. Не, вторая моя. И уже 1.28 на OG. А вот сейчас верят в OG букмекеры уже? А, Лутбет? Если они не верили вот за 1.72, то после 4 раундов с 1.28, ну, наверное, уже верят, да? Я предлагаю на следующей трансляции саммита приглашать парня из переобувочной, чтобы он сидел здесь рядом с нами. И в лайве менял. Все переобуваются, не? Не, ну слушай, но букмекер должен переобуваться, если он будет переобуваться, как бы... Не проживет долго. Это правда. Это же, если вдуматься, это такая сложная система, математически все это... Да, да, это невероятно сложная работа. Ну, на самом деле, если ты знаешь формулу, то все становится элементарно понятно. Да, но конечно, большинство работы все равно делает система, как бы... Но часть фиксов носишь ты, да. Конечно. Это как раз-таки касается вот таких пикантных нюансов, как, например, камбэки со счета 14-7 и все такое. Браво, Иса ловит Фоллина на его как раз-таки падение. А Фоллин с авиком был или нет? Или Фоллин был. Скаут там опять? Или без ничего? Вроде скаут. Скаут. Ну, авика Фоллин... точно не было. Знаю, на авик у него денег бы не хватало. Фоллин точно был с желанием занять центр. Пока у него не получается занять центр. Ну, видно, пока игре. Что у Мибров нет никакой вообще структурной игры, все по одному, как-то очень безалаберно. Тут пишут, это все считает программа, а поэтому вакансии на сайтах появляются. Нет, не все считает программа, ребят. Я, конечно, не особо там знаком с точной датой. Я в 2007 году работал довольно длительный период в одной из букмекерских контор, и я знаю, как это все работает. Как работает система, какие правки вносятся вручную. Поверьте, это очень нелегкий труд, и люди, которые это делают, они действительно разбираются в игре. Браво, OG! 5-0. Хороший, ну, уверенный КС показывают. Оружейный сейчас? Да, должен быть оружейный. Смотрим, на что хватит денег Фоллину, что он будет брать. Будет ли пятый раунд подряд со скаутом играть, потому что со второго раунда со скаутом пытается что-то сделать, никак не получается. Авик. Авик, 1300 в кармане. Ну что, и вот сейчас Иса будет в центре или Манту? Иса будет в центре сейчас против Фоллина. Вот я хочу на это посмотреть. Ну, кстати, на Мираже играли Манту и Алексис с Авиком, а на Дасте Манту и Иса. Вот позиция, видимо. Угу. Так, боже, у него из КП уже. Это где? Ну, да, гранатка, стоил. Гранатка. Отлично, Кенджи. Ну, самое главное, что Авик выбил. Но там попытка пропушить Мид. И Фоллин делает кил. Ну, вот она зацепочка для команды Мибр как раз. Да, выглядит как первый раунд для Мибров. Ну, по крайней мере, пока так выглядит. Если, конечно, сейчас не упорят косяков на длине, то... Алексис кто-то... забрал авик, ну и два авика... А можно здесь два авика засейвить теоретически? Ну, Вальдемар жжет подъем, выход на машину проблемный, гранат больше у обороны. Или там что-то есть. Ну, вот надо было тратить сейчас. Теперь уже, конечно, да, ситуация крайне неприятная. Но если Вальда тут еще кого-то убьет... То в принципе. Тут просто дожидаются. Алексея убили с авиком. Ну, Вальде дал один килл, Ису тоже били. Вальде остается тут один в пленте, и четыре бразильца должны его задушить. Ой, не пошел спрей. Обидно сейчас было. Да что такое, Вальдемар? И вот он первый долгожитель. Сразу пауза. Ну что ж такое-то, а? Тактикал пауз. Что ж такое? По деньгам OG все отлично. Люди получили сейчас... заряд эмоций, надо моментально паузу поставить. Но на самом деле, смотри, взорвать длину и не занять.
Ну, это значит, был уговор в начале раунда, что если террористы будут занимать, мы отдаем. Короче, сейчас так Мибр быстро выкупит, что можно через паузу просто делать все эти вещи со второй волной. Ну, я не думаю, что Уджи будут планировать им отдавать всю игру длину. Когда-то они все-таки будут драться. Можем вспомнить, что всю игру они занимали до этого длину. Первый раунд, когда они ее отдали, сразу проиграли. Важный раунд для OG, закуп в ноль. Один авик, да, у них, по идее, остается как раз на длине манту. Скорее всего, где-то на машине будет стоять. Ну, или на углу. Сейчас посмотрим. Rush отфален на смиду. Oh. Будет пытаться ловить перетяжку сразу. Шикарная глубокая флешка в ответ молотов и... И что-то мы слишком много АК есть. Да, что-то много. Не, ну кейс, слушай, да. Ну может быть, потому что игра важная и раунды хорошие. Не, ну игра на самом деле важная. Раунды не хорошие. Факт, что хорошие. Ну по три победы у каждой из этих команд. Игра супер важная. Да, игра невероятно важная, потому что напомним, что для Мибров это последняя карта. Мибы проигрывают, точно не выходят в плей-офф уже. Да, если они проиграют, у них 3-7, им уже ничего не светит. Хотя, ты знаешь, есть там расклад. Какой? А нет, нет, нет. Да нет, с 9 они очками не выйдут. Все, все, все. Если у них 3 победы, да, уже будет 4, у ВП уже 4, у Маус 4. Да, поэтому Мибры, если проигрывают, они едут домой. А там уже Фурия под вопросом будет, кстати. Да. Ну, две команды не выходят. Могут две бразильские остаться дома. Там? О-ля-ля! Отлично, манту. Второй не дал, к сожалению. Ну, там, опять же, десант сети и прикрыть, прикрыть, прикрыть. Ай. Вот это провал сейчас будет на базе, если не убивают. Смотрят КТ. Боже ж ты мой, господи. Браво, Манту, снизу дал килл. Это кил. 155-го раза он туда обратил внимание. Ему надо здесь выживать, ему нельзя сейчас дохнуть никак. Надо как-то спрятаться. Надо уйти, отдать его этот плент. Ушел на КТ, зигзага есть убивающий, и ошибка. Ой, какой хэдшот. Роковая ошибка, или раковая ошибка, непонятно. И вторая могла быть такая же, но... Не, пока Иса жив, все хорошо. Ну, жесткие остались, Иса и Манту, они как бы... Ну, надо выбивать. Это нереальные шансы, на самом деле, с ВП, ты еще и Фоллен, посмотри на него. Только вдвоем одновременно надо, посмотрим, получится топнул ли Фоллен. Топнул подъем, пытаются дергать Фоллена, Фоллен. Прыжки. Прячется до конца, видит Зиг. Ай, Фоллен делает первый минус, но и тут уже, Манту... Здесь уже угол обзора, и вообще слышал, сколько 10 сейчас... 10 секунд, надо прямо сейчас. Просто красиво. Дедушка. Ну, на самом деле, он не дедушка. Дедушка Фоллен. Крут. Я думаю, Манту взял калаш и будет просто зажимать. Я думаю, на самом деле, вот эти все бородатые брутальные геймеры, если честно, ну, просто вот они сбривают бороду, ну, и сидит маленький милый мальчик. Да? 27 лет. Согласен. Все. Вся брутальность. Да не, Фоллен сколько лет уже играет? Это прям папа. Не, играет он папа давно, Фоллен. Да, конечно. Вот Фоллен. Вот папа Фоллен. Проштрафил на соточку. Вот то, о чем Дэн говорил вначале. Не забываем про эти два авика. Ну и главное про Фоллена, да? Ну, выгоняют манту отсюда с длины. Длину занимают ребята из Мибр. И манту сможет ли здесь? Будет ли еще один смоук какой-то? Молик полетел. Флэш. Все, отдаю длину. Там еще на Б просто люркер у Мибр. Он сейчас выйдет просто в пустой плент. Mm-hmm. Скажут пацаны. Биклер. Можно возвращаться. Вот он уже вышел на Б. Чекает машину, никого нет. Мибры уйдут на Б или нет? Так можно уйти, минута 10. Да. Нужно. Оставят одного, по идее, Фера наводить. Шумит тут. Ну, ой, даже не убили его. Но надо же убить. Боже, Фер еще человека забрал. Калаш отдали, длина выбита. Ну, тут КНГ уже 20 секунд сидит на посту. Ну, смотри, калаш сохранят, авики сохранят, в принципе, неплохо. Ну, а теперь вспоминаем первые правила Даста, да? Три девайса остаются. Но... Б не выбивается? Б не выбивается. Б не выбивается, да. Тут оно не работает. Не, ну как, выбивается, но это мало вероятно. Не, ну слушай, мы уже видели в этой игре раунд, который, казалось бы, запулить невозможно. А выбили? Не, ну А это А. Сейчас посмотрим. Последнее реальное выбивание базы Б на Дасте 2 еще на старой версии, я помню. День, а помнишь, у тебя был момент, я Кибакин подсаживал в центре, короче. Тебя подкинуло ранбустом, и тебя чел с Терриспай убил. Он так жестко было, боже. Вот примерно на той версии Даста, я помню, Кайвертус Про играли первый раз с Непами. Там вообще безумный был матч. И, короче, Фокс и Дося 2-4 выбивали у Непов базу Б на изичах вообще. 2-4? Да, 2-4, базу Б вот так вот. Просто заходили на Б, вытирали о них ноги, говорили, мы из Уфы, извините, и все.
Сейчас таких, конечно, да, уже старых времен. Вот старые времена, хорошие времена. Сейчас такого понимают, уже нету. Нет смысла даже пытаться выбивать. Сейчас уже, да, выбивать. Да я пойду засейвлю. Ретейк? Не, один клатч. Как три кряду берут уже мибры у нас тем временем. И вырисовывается борьба. Ну, вот G все еще два авика-то сейвят. У них все еще все окей. Алексей Би, мы видим, теперь с авиком вместо Иса будет. Ну, Алексей Би обычно у нас не тот снайпер, который там делает какую-то грязь, не поэтому вряд ли он что-то изменит в этом раунде. Хотя... Так, окей. Вот это... Вот этот раунд, в принципе, не должен быть особо интересным, хотя, опять-таки, все зависит от многих микромоментов. Интересно, два дигла... А, или это СЗшка что-нибудь там? В упоре. Да, СЗшка и дигл. Иса, отлично. Резать, резать! Ну, опять же, был бы вот у него спина какая-то удобная. Но здесь тиммейты, в принципе, без... Не думал я, что интересно будет. Без трудностей спокойно разбираются. Ну и вот Алексей в миде. Как пришло, так и ушло. Слушай, мне нравится, как они играют за защиту сейчас. Не, ну это тоже нравится. Божественный кол против плохого байти на Б. Контакт. В упор, в узкий коридор, толпой. Фолиан, тебя читают. Закрывай. 1.35, OG. Закрывай эту главу своих тактик, а то станешь, как я не знаю, музей давай, тактик. Давай что-то по-новому. Пауза. Сейчас обсуждают новые фишки. Там, говорят, пацан, там Петрик сделал выпуск. Лайв-выпуск в прямом эфире. Троллите, да. Я сейчас глянул. Ну, Мибров на самом деле. На самом деле мы не троллим, это дополнительная реклама. Если честно, там, ну... Есть. Зайдите в YouTube, там... вбейте да. Петрик в поиске. Видели, кстати, странную подсадку на вертига новую? Нет. А ты видел в фишках Петрика? Нет? Нет. Сам сделал? А где видел? Паблике каком-то ВК. Там вот этот диатросточек маленький, который надо добавить, там втроем подсаживаешься, и можешь убить типа Андрю Полсина. Слушай, а мы случайно этого не видели в один из дней? Там была попытка, по-моему. Я не видел. Попытка, может, была, но вряд ли видели, да. Ух. Это прям очень крутой буст, я там на дефолте там всегда сидит туда. Ты не знаешь, подсадки в КС, это какой-то команды уезжали с турниров после подсадок. Я в курсе. На самом деле логика у команды должна быть простая на все вот эти моменты. Если в игре есть преимущество, которое дает тебе преимущество в этой игре, то почему им нельзя пользоваться? Это вы про подсадку в Фнатике, я так понимаю, да? Ну, там, да. Против LDLC. Смотри, вот это забежал на базу Б. Жесткий. И убежал обратно. Ну, недалеко, походу. Это какой-то... Хае его не убило. Слушай, ну это не база Б у ребят у ЗГ, это какой-то домик на курьих ножках. Да, стоят. Ой, браво, ман. А как же ж ты в окно-то не смотрел? Зачем вообще так идти? А тут уже в спине... Ой-ой-ой. Сложно будет бразильцам. Да, классно все делают тут же сейчас. Там даже никто не чекает Тёмку. Даже гранат не осталось. Сейчас будут делать ранбуст, и их тут покосят, пока они этим занимаются. Классно, классно. В воду глядел. Седьмой раунд для OG. Денег у Мибр на следующий раунд нет. И нас ждет Эхо. То надо ходить на Б, что совсем беда. И сплит не получался у них, и просто через Тёмку играть беда. Получались только через длину раунда? Да, да. Надо на пушить. Респы есть, бежим. Нет респов. Сплитим. Ну, смотрим на Эко. Кто кого тут пофармит. Хотя мы понимаем, что и уже на этом, даже сегодня видели уже несколько эко-раундов, которые были взяты. Даже голые эко-раунды были взяты у нас. Страшного тут нет. Ну, когда бомбу заносят, то да. Ну, да. Так, Манту одного нашел. Там, в принципе, 4 человека сразу. Ну, без гранат, конечно. Толпой выбежать, бомбу поставить. Решили все-таки на длину, поздним таймингом. Сплита будут делать. Ну, то, что, в принципе, получалось. Просто теперь немного... На самом деле, хорошая идея. Убивая опорника разменом 1-1, очень легко можно взять этот раунд. Ну, сейчас Вальдемар может облажаться. У него здесь вообще не идет, если честно, вот обе карты. Не самый лучший кондиция от этого игрока. И, ну, против пистолетов спокойно сыграл. Там уже зигзаг вышел, вернее, пытается бомбу у Вальда. Ну, хелпа подошла, тут все закрывают без шансов. LG, это будет 8-й уже для них. Ну, там еще, смотри, парочка осталась. Да куда? Без бомбы что не сделать? Очень интересно, что длина выходит, а в зиге стоят и ничего не делают. Так они там в дымах терлись что-то. Подсадиться пытались, ничего не увидели.
Короче, Мибр в классическом репертуаре, вот из последних сил сейчас Дёрвич. Ну, 2 в 2 и 30 секунд до конца раунда. Если бы не эта граната, то сейчас бы все, так умирает, нет? Нет. Так вот тут, как лев львиный до конца. А он ждет второго, он не понял, где второй, да. А вот они двое вышли, но... Ну, тут дабл пик, правда, потеряли всех почти. Четверых, да. На эго потеряете абсолютно всех? Это серьезный удар, на самом деле, по команде ОГЭ. Можно было этого всего избежать, просто не лезть, но они решили, что пойду-ка я за фрагом. Что мы на саммите, можно. На саммите так можно. Так веселее, да. Так интересней. Все равно одну карту выиграли. Можно на это и не выигрывать. На самом деле тут, конечно, выиграть очень, очень нужно. Ну, как бы да, им надо выигрывать. Ну, им еще с Фурией играть, так что тут... Да, им еще с Фурией играть, и у Фурии тоже надо будет карту отжимать, если... Ну, даже если они здесь выиграют, им все равно у Фурии надо отжимать карту. Отлично, вот отлично, это арката в нижней темной! С ОВП! А почему бы и нет, говорится. Вот там в дымах стоит, в дверях Ого! Скушали с тайкой. Чё-то как-то, да, на центре карты здесь... Тупо пираньи, ты видел? Они как пираньи прямо выплыли на этот центр. Давай откусывай. Не, ну такой херни ты не ждешь, что Савиком там чел вылезет. Ну понятно, да. Не, это на самом деле очень прикольный мув, потому что... Да. Там Анту Дикий какой-то, ходит с Маки, режет, пушит Дикий Савиком. Знаешь, в моей памяти такие мувы делал регулярно болгары. Они иногда такие вообще, но они, мы все знаем, у них специфический стиль, они немного дикари. На самом деле, я не понимаю, типа, реакцию мибров, очень долго соображают. Типа, вас убивает основной авик, который держит в нижней чела. Так, у белопорника на длине, просто пробегаете на, пока никого нет, они стоят, чекают машину какую-то и так далее. А у них, пока вся хелпа приходит. У них логика, видишь, как, видимо, сработала. Надо подождать, мы эту ситуацию вырулим. И вместо того, чтобы делать для себя, они просто отдали все. Да, и очень все похоже на то, что можем видеть здесь 5-1-4 за эту сторону. Это как вот аналогично, можно привести пример, например, ты слышишь три гранаты с банана, и, например, на инферно, и вы сразу понимаете с занятым домом, что вы играете против двух, и 4 в 2 у вас выход, один контрит. Иса великолепен, конечно, вообще никаких вопросов не оставляет. Ну, заняли уже длину. Но это минус бомба, сейчас вообще все руинит мибрам, нужно за ней идти. Ну да. Не понимаю, в чем сложность занять эту длину, тем более Иса, стали, кстати, отдавать и просто пройти до конца все вместе, без всяких зигов и так далее. Иса, кстати, единственный игрок, по-моему, из Иордании. Из Иордании, который играл на СНГ миноре и выиграл его. Неплохо. Великолепная статистика. Как тебе такое? Стопроцентная. Все иорданцы выигрывают СНГ минора, получается. Да, получается, да. Все. Не, это просто забавный факт. Все иорданцы, которые попадали на интернешнл, его выигрывали. Но это тоже как бы факт. Теперь у Исы не СНГ минор. Теперь все сложнее, братик. Иса, браво. Ну, тут какой-то потрошило, бомба не стоит, 10-3, эко, 11-3. Так мибры вышли на длину с энтрикиллом, все очень было хорошо. У мибров-то сейчас же бабла не будет ни на что, поэтому сейчас придется играть эко и последний играть оружейный, да, правильно? Да. То есть это 11 как минимум у OG. 12 бистики, так и домой можно уйти. Ну, бразильцы не хотят плей-офф, судя по всему. Ну, судя по всему, да, Лос-Анджелес место хорошее, и один лишний день там не помешает никому. Но если они живут там, то, я думаю, им особо разницы нет. А, ну, в принципе, да. Это же не столь важно, да. Что-то я это про- чисто думаю. Городской лан для них. Ну, да, съездили на ланчик в киберзону, да? Так, ну, пауза, скорее всего, от мибров. У них столько длина получалось. Кстати, вот очень интересный такой тренд. В Киеве на КСик ходят много людей. Да, ходят вот на лан. На дот ходят намного меньше. Да, ну по доте нет турниров толком. И, кстати, вот еще такой момент по доте. Я не знаю, я буквально недавно ездил домой в Ярославль, но это не суть, там просто клубы тоже открыли. И у меня там есть знакомые, которые эти клубы открыли. И тоже такой же парадокс. Вроде, ну как бы... Все собираются, куча народу собирается, знаешь, на попстом по интернешнл. Да, но а играют в клубах мало. Никто не ходит играть на турниры на лан, да. Вообще никто. Я тоже не понимаю этого. Я это не понимаю, как, почему. Как, ну, каждый... во-первых, мало кто делает турики, а во-вторых, ну, блин, в КСе как-то... Я вот не помню, вот в КСе никогда не было такого момента, что вот на ланы ходило мало людей. Видишь, просто КС на лане очень сильно отличается от КС на онлайне. А дота на лане, от доты в онлайне почти не отличается. Вообще никак. Ну, по идее, да.
Дотеры того, что дотеры быть... в инете мамок там водят. Дотеры вообще... Ну, да, да. А на лане тебе как бы может приехать чувак из Казахстана, как у Вови, когда там в киберарену приехал, да? И объяснить, спросить: Вов, куда там ты мою маму водил? Ну, Вова ему, кстати, повторил то, что говорил в онлайне. На чем все закончилось? Разбитым носом. Вовы? Да. Ну да. Ну, заднюю не сдал, нормально. Да. Не, он сдал, он не сдал. Да, хорошо, Полин делает 2 килла сейчас на зиге. Сейчас мибры могут сдать заднюю. Давайте мибры. Не дают заднюю мибры. Браво! И... Только, и? Только заднюю хардкор, зад... только апленд. Фера убили. НБК. 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 Не разглядел соперника за этим. Они не козели, они закупились. Фиксить надо, фиксить эту бочку. Ну это не то чтобы эко. Не, закупились под ноль. Да. Тамантус поздно спохватился, что справа там уже кто-то мог пройти за этим смоком. Четвертый раунд. Ну все, 10-5 рабочая статистика. 10-5 можно играть. Ну, 10, конечно, много. Да и OG играет явно лучше. Это проблема для Мибр. Даже не то, что они там 10 раундов отдали, а то, что играет соперник намного лучше, чем они. Не, а что, в доте типа фактор игрока не решает на лане, что ли? Ну, как бы, я думаю, все равно это разное. Нет, не понял. Никаких эмоций просто, типа, все так же скучно. Не-не-не, я даже не про это имел в виду. То есть, ну, то есть, коннект одинаковый в первую очередь. Да? А, ну то, что да, ты катаешь, да, через да, доту да, играешь. Да, ты играешь через сервера. Да. То есть коннект одинаковый. Ты всегда в онлайне. Да, то есть нет смысла. Ты придешь в клуб, ты будешь все равно играть в онлайне. То есть, как бы это то же самое. А в CS это очень важный момент для некоторых игроков, у которых там, ну, либо инет, либо компов. Пинг, да. Стрельба, да. Да. Не, ну в CSGO вообще пинг настал меньше решать, это как бы из-за этого более игра глобализировалась. Ну да, да. Потому что в 1.6 с пингом 60 это все, это кайф, уже, да, уже не уже, можешь ты уже не играешь. Ну в CSGO 60 вообще вполне играбельно, ты можешь даже соткой играть при желании. 100, вот я играл со 120, и это... 120, и 120 это где-то как вот примерно 80 в 1.6. Ух, как же не посчитала там? Это у меня был какой-то пинг на локацию, короче, фейста, я не помню. То ли это Германия, именно вот на локацию, то ли Амстердам, и на этой локации был пинг. Иса, первый минус дает, прячется, никак не отвечает. Иса! Второго не забирают. Иса! Но это 4 в 4, один красный, вся инфа получена командой ОГ, и все, что нужно, это чтобы бразильцы пошли на Б, а не на А. Тогда раунд точно заберут. Но если они пойдут на А, то это шанс, и шанс хороший. Там раскидка, там будет все, и вряд ли здесь сейчас может. Не, ну Алексей надежно... может в спину выйти с длины. Тут уже Вальда вернулся. Да. Пошла раскидка. Он один здесь вообще ничего не сделает. Но одного... У него одна флешка, или это дым. Какая-то у него там одна граната, он слышит бомбу, которая устанавливается. Алексей уже в шарте. Уже в шарте. Он уже дал минус. Ох, он успел. Но это уже бразильцы здесь максимально невнимательно играют. Браво, браво. То есть Алексей успел с банки прибежать на шорт, Вальда все это время на рампе жил, спокойно стоял вообще. Да, они даже не чекнули, даже не пытались проверить, есть ли он там. 11-4. Причем они и Вальда не нашли, и Алексея в спину пропустили, да? В итоге, ни туда, ни сюда. Чем занимались, непонятно. Просто бегали, типа, а, ребят, мы заняли. Кайф. Почему-то никого нет. Обидно, на самом деле, смотреть на мибров такую игру от них. КНГ 2 фрага только сделал. Просто да. Беда. Да, у нас пока хайлайты матча, да, у КНГ не идет игра. Берете молодого, приезжаете на вроде бы турик не самым сильным составом. И вроде все вам пророчат, что все, вы теперь убийцы просто из Южной Америки. А тут чё? Появляется ИС, устраивает вам арабскую ночь на Мираже. Ребята не палят страты перед мажором, все ок. Через который там через... Да там дома они еще состав поменяют, наверное. Там, я тебе говорю, Болс вернется. Там пора уже Мибр 2 собирать. Не, ну на самом деле все логично, смотри. Аргентинцев запас, берем FNX, выигрываем мейджор и... Берем болт. FNX опять уходит в инактив. Не проиграв ни одного мажора, все нормально. Ну, чувака 100% винрейт на мажорах. Идеально. Как это такое? Ну реально идеальный, по-моему. Ну да. План капкан. Топса начать тоже, да, так понимаю, винрейт 100%? Да, 100% винрейт на интернешнлах у человека. Выиграл инты все? Выиграл два инта подряд. И карьера закончилась. Два инта, две победы. Вообще похер. А он играет еще, не? Сейчас? Да. Не. До следующего инта. Он там где-то ел. В Сингапуре был где-то недавно. На какой-то выставке. Что-то тусуется. В пабах, в топе пабов его нет. Не, но он хоть преобразился даже внешне. Да, по сравнению с тем, каким он был. Ну, он такой теперь мужик. Ого-го. Прям то, что надо. Был бы бабой.
Конечно, 2 инта выиграл. Надо жестко пацать. 4-11. Вот это тоже жестко, и команда Мибр что-то пока собирается потихонечку камбэчить, наверное. Смотри, у них там серьезный план. 4 армора, какие-то гранаты. Дефьюз-киты нам не нужны на Dust 2 вообще. Дальние дистанции, спы, победа на нашей стороне. Удача тоже на нашей стороне. Классический раунд, когда подсаживают в зиг, длина под флешки чекается потом. У нас есть 2 флешки, а значит, удача нашей стороне. Да. Вот как обсервер прямо вот вошел в это окошко. Просто вошел в него сейчас. Тренировался долго, наверное. А там растут это мастерство, это просто опыт. Experience. Что, отжалась пауза у нас? Сейчас по пистолетному раунду будет понятно, быстро закончится эта игра или нет. Спрашивают, а кто третий на трансляции? Нас тут 4. Но вопрос классный, кто тут третий? А кто 4? Это уже слишком. А кто читает чат? Ну что покажут, брат, давай, пистики. О, нам сейчас заспойлили, такая в лайве. Не, ну 1.07 он был и до раунда. Может, он поменяется? Там семерик на мембров, все в порядке, а? 7.24, да, если сейчас поменяется, мы заспойлеримся. Долгий пистолетный, видимо, у нас. Ну, я знаю, где мы можем спойлернуться сейчас. Заливать... Не начинай паковать сейчас. Заливатели вашего сердца, подниматели плохого настроения, самое время поставить на мибр. Тако, увидел, выпустил несколько пуль. Ну, там еще пуш-шарта какой-то делают мибры. Полетели гранаты туда, и тако в лицо. Не засчитал их обе. И пошел по миду выход. Хорошо, фоллен, второго убивает. Ну и только сейчас убегает уже. Фоллен минус 3 и легкий раунд для Мибр. Ну справились. Борьба продолжается. Ну, первая карта была легкая. Хватит вот это, чтобы вторую еще легко сдавать. Решающую за, по сути, за выход из группы. Ну, за надежду на выход из группы. Да, за надежду на выход из группы для Мибров. Так, ну Мантус бомбы пытается пройти, находит первого, ну второй, что-то не попадает по нему. А, это Вальда. Вальда. Ну нормально, давай, пошел на Б. Там попроще, говорит. Тебе вряд ли там будет попроще. Ну сейчас будут в медле КНГ добить раненого. Развальдемар. Вообще не спалился ни разу. О, что это было вообще? Что это за выстрел? Смертельный плевок рептилии. Ну все, ХП потерял на этом муве, конечно. Круто играют мибры, сейчас хоть наверняка, ну не до конца. Да, ну, отличный раунд, Fallen все правильно, в самом начале все, что надо, полетело. Интересная анимация там у ножа была, вот он так и с этой рукой бежал, как будто он толкал в стенку. Может, он ее и толкал? Может быть. Вполне возможно. Ну, бомбы не было, OG, по идее, как одну сыграют. Да зачем им бомба, у них 11 раундов, какая бомба? Они уже выиграли матч. Ну, по крайней мере, они так думают, судя по пистолетке. У них все отлично. Не, пистолетки было видно, что майнгеймские-то шли, швейковали Б. 2 хаи не попали хорошо. Если попали, было все возможно по-другому. Да, если так, они там взорвали. Эскадрилья фрагов готовится выйти к Фоллену на закуску и... Эфир закусил уже. Нам прилетел к феру, просто челик, ты видел? Рамбуз. Подсаживают, да, челик летит на фера. Неждан. Неждан, ребята. Там и 2 в медле, и фер в шорте, там вообще без шансов было для OG. Окей, погнали. Ганраунд. Первый за атаку для OG, посмотрим, что будут придумывать. Респов на длину, как я вижу, нет. Ну и на Б не залетеет, там куча гранат будет у мибров. Ну, знаешь, некоторые командам не мешают это. Не, вообще, что-то на Б никого не отправили. Это папа Fallen. Два раза в одну точку. Легкий килл. Алексей пытается убить. Надо еще чуть-чуть подсажать. Да, уже уйдет отсюда. Да, ну, рядом есть. Очень важный размен, на самом деле. И фер, если честно, если бы он был чуть-чуть более наглым и рискнул... Он бы реально убежал через темный просто на базу Б, но там подумал, что там его будут поджимать сразу. Нет, там был Исон. А, он был? Да, там был Исон. Я по радару не видел, как бы. Там был слева Исон. Если был, ну...
Тогда все, тогда никаких претензий к Феру нет, красавчик. По идее, после энтрикила можно было вообще не пушить. Ну, короче, выжить можно. Не, он рассчитывал на то, что, типа, нет инфы по нижней, обычно, когда так исходит стреляться, потом, типа, на это... И он на нежданчик, на все. Да-да-да, в итоге, как видишь, получилось, что так, он смотрим. Сам себя поставил в тупичок. Фоллен? Пытается кого-то высмотреть, Фоллен? Так, ну, если есть, что, молотов, дым, просто халдят. Сейчас будет хаешку с пистолетного раунда на Фоллена туда красного пробросить. Пик. Пока вот же сами не понимают до конца, что они делать будут. Ну, есть два смока, можно сказать. Сплит-Б сделать. Возвращается в темку. Да, вот он дым в КТ. И побежали. Главное от Фоллена не умереть. Же долгий это раунд. 28 секунд. Смотрим. Фоллен. Мне показалось, что сейчас просто шашлычок будет. Ну и заходит на Б ребята. И берут для себя 12 раунд. OG, наверное. Ну, я не знаю, что должно тут произойти. Да нет, там уже на длине игроки да. Мибор. Это сейф. Двойное преимущество 12-6. Деньги у Мибров имеются на бай хороший следующим. Плюс засейвят два гана. Ну и OG, в свою очередь, надо вчетвером выжить. Но OG нужен следующий раунд, как-то подорвать экономику, и там уже 13-14. Да. Попроще будет. Так, и так не то чтобы сложно, но вот следующий, если берут, ну, хотя там два девайса засейвленных, то есть... Нет, ну да, следующий возьму, то будет эко уже, Мибр, да. То есть это будет уже 14 по факту, но 13. Нужно взять следующий. Ну, имеется 12 будет сейчас, если возьмут следующий 13, то тогда будет эко на 14 раунд. Да. Еще можно килл дать, если кто-то сейчас... Парам-пам-пам-пам! Пам. Что с тобой? Согласен. Ничего, просто вот раунд закончился. А, окей. Я думаю, что-то произошло очень важное. Там, знаешь, может быть, какая-то новость. Там, Нави кикнули симпла. Ставил свою копейку. Нави кикнули симпла. Парам-пам-пам-пам. Ну а что, с днем рождения Нави, да? Анонсик, так сказать. Спасибо, что все собрались. В общем, мы, короче, распускаем КС-состав. Все ребята свободные агенты. Это было бы жестко, да. Да, мы теперь вкладываемся в Overwatch и вообще перевозим организацию в Аргентину. Кстати, Нави, это можно с днюшкой уже поздравить. Да, Нави, с днем рождения. Да, Нави, с днем рождения, с нереальным днем рождения. Всего хорошего. Дай вам Бог в первый год своего, почти в первый год своего существования вы выиграли крупный турнир по Доте. Дай вам Бог в первый год своего десятилетия, скажем так, второго десятилетия, выиграли крупный турнир по КС. Вот было бы идеально. Желательно мажор. Это следующий, да. Я имею в виду самый крупный турнир, да. Вы можете тоже пойти там в Твиттер и везде написать, поздравить с десятилетием организацию Нави. Ой, какая хаешечка. Прекрасно. Алексия взорвали, и вчетвером остаются OG. У них есть в длине в яме там один пассажир. Классические стратки пошли. Вальда в отрыве от команды. Люркер. Да, это мы наблюдали прошлый звонок. С первого дня, с первого матча OG. Заготовочки пошли. Оп, увидел. Кингвита на этот раз мы видим, ничего не может сделать. Просто пуляет, шумит, чтобы было страшно. И уйдут оттуда OG, да? Написал твит. Топ. Я. Да? А чем? Так, интересно. С днем рождения, Нави написал. Молодец. Оригинальный ты. Оригинальный. Слушайте, Ламыч в твиттере спрашивает. Как вы считаете, стоит ли мне начать тренировать какую-то команду в начале 2020 года? Ламыч там скучно на кухне. Так, это анонс. Серега, приходи сюда уже сразу. Я ему первый же ответ. Да, братан, OG. Кстати! Кстати, это самое... Серега вчера здесь в эфире сказал, что эту команду тренировать он не будет. Почему? Не верит мне. Потому что он уже наработался с такими игроками. Отличный просто раунд здесь от OG. Все прекрасно не делают. Сысы в смысле? Да, Вальдес. Ну, я не знаю. Просишь меня? Обязательно спрашивай. Придет, Серега все расскажет. Или нет. Ну, в крайнем случае, нет. Так, остался один. Понимает так, что ну сейви, не сейви, следующий раунд все равно эко. Хочешь, не хочешь, по почкам слопочешь. Надо засейвить, а тут денег не будет.
Ну тут либо засейвишь, либо по почкам от тиммейтов в следующем раунде. Курепчик, Игорь. Это 90-й прям камбэйсит. Это прям West Coast, вот похоже на... Ну, West Coast, я имею в виду, не знаю, West Coast чего. Там сколько третий час ночи в Москве. А, да, нормально, нормально. Можно рэпчик почитать. Децл жив. Вот так, медленно, но уверенно OG приближается. Свои раунды берут. Ну вот и опять-таки, то, что мне нравится, что почти каждый раунд они начинают с энтри килла. И да, часто попадают в размены, но все равно. Тебя тут пишут West Coast Борщаговский. Оу, oh, е! Yeah. Да, Борщаговский West Coast рыбчик, это то, что надо. Смотри, Мибрей закупились. Борщаговка. Мибрей закупились. 1.02 OG, вот это да. Мибрей закупились, но очень бедно. Дико бедно закупились. Ну, есть чизкек, когда дико, дико бедно. Нищий бай. Да, ну это реально нищий бай. Так, залетает хаешка туда же, где в прошлом раунде. Здорово, NBK, ну второго убить NBK, ну Алексей. Его здесь прикрывает, получает в ухо. Манта убил там так, остается вдвоем бразильцы без девайсов, без гранат, без надежды на хорошее будущее. Без но шансов на этот раунд, хотелось бы сказать. С огнем в глазах, вот с этим вот. Погнали, ребята, vamos. Не, ну шансы есть. СГ-шка. Не, ну, о, шанс? Зигзагус! Ой, упал шанс вниз. Как же ж ты упал не вовремя. Они не поняли этого. Они не поняли, где он находится. Они чекают спину. Это шанс. Бомба устанавливается. Пошел Молик. Ну, слишком далеко. Молик и... Так, погоди, первый полез. И смотри, смотри. Не, ну все, 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 все. Сидите и ждите, пусть сам к вам придет, ребята. Боже мой, какие такие вещи смотрю, просто пусть сам страшно к вам придет. Все нормально. Еще спрячься. Ладно, окей. Боже мой, как хорошо, что я жоповец. Вместе мы семья красавцев. Да? Да. Окей. Три раунда подряд берет Луджи. Просто Игорь понимает, что его дозор уже почти закончен. Жопа вправ, все нормально, да? Да-да-да. 14-6 в пользу OG. Made in Brazil сейчас в двух раундах. Ну, даже в полутора раундах от вылета саммита. А OG близки к тому, чтобы заработать четвертую победу. Манту, отличный килл. Манту второй килл дает и просто полетел. Манту третий килл. Четвертого пытается найти. Нет здесь больше людей. Но Алексей помогает ему. Остается у нас только King Vita с пестиком. Ну и пестик ему не дает ничего серьезного. 15-6 OG. Браво, OG. ОГГ! OG сейчас могут сделать счет 4-4. Это, напомню, такой же, как у Mousesports. Такой же, как у Virtus.pro. Virtus.pro 4-6, так что это лучше, чем у Virtus.pro. Ну, OG еще с Фурией надо поиграть. Да, OG сейчас еще выиграет у Фурии 2-0, возьмет второе место. Но это провал для Мибр. Они проиграли Фурии с тренером 0-2, проиграли OG 0-2. Согласен. Отдали карту ВП. Другими словами, ОГГ. Да, другими словами, все очень плохо у Мибр на этом турнире. Тут даже добавить нечего. У Мибр все ОГГ. Но, как бы, Christmas можно спокойно. Там, кстати, Астралис уже отправили Liquid на отдых, поздравили их с хорошим годом. И Liquid, в принципе, тоже. Ну, Liquid тоже могут... Liquid хороший год вышел. Тоже, тоже сказали, год. Да. Liquid однозначно лучший год в истории. Короче, я знаю, что все будут спорить, кто топ-1 в этом году, друзья. Я думаю, что это будет Zyvo. Что? Да я шучу. Сразу уничтожена версия. Zyvo — это тот парень, который выиграл саммит? И все. Он выиграл. Может, он еще выиграет эпицентр. Шансы есть. Да, конечно. Мне на самом деле очень интересно, какая там финальная будет расстановка вообще. Два килла. Я тебе могу уже сказать. Так Коля заберет топ-1. Смотри, девайс первый, Илайдж второй, Zyvo третий, Дюпри четвертый, пятый Simple. Ну, или еще. Если состав команды Авангар уходит играть под тег Virtus.pro, то по идее. Пьер, хорошо. То по идее просто меняется тег на HLTV, так? Да. Все. Ну да. Ну. Смотрим, 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 что интересного будет. Манту слышит движуху. Ну тут да. Первый есть. Отлично. И последний. Последний герой остался. Это Фер. Один против двоих. Ну и посмотрим, сможет ли он спасти свою команду. У него ВП! Это же ВП! Фер с Авиком. Ого! Тикать-то, хлопцы, это пекло. Тут нельзя находиться ни в коем случае. О, доставай нож, братик. Ладно. Слушай, ну здесь уже, да, здесь уже здесь решил. Здесь надо было доставать. Ну,
да, можно было бы, но это был бы такой себе полубэдманер, да, ну выиграли, да и выиграли, отправили они Мимбров домой. 16-6, что самое главное, очень уверенная победа команды OG. Но они разыгрались, Манту тащит, Тыса убивает, бегают, пушат смог. Ну. Манту, вот этот, который там вот это на шифте проходит через дым в спину, где-то в клатче тащит, блин, этот парень начинает, прям мне все больше и больше нравится. Видишь, Влада тут как тренер, видимо. Ну да, у них же пока нет тренера, поэтому она у них выполняет роль вот такого вот менеджера слэш-тренера. Ну, понятное дело, что она там во время тайм-аута с ними не разговаривает. Тайм-аут, пацаны, берем. Пушишь в дым. Я на не прокаяну. Все. Ребят, у нас поломался Игорь. Несите нового. У нас просто поломался. Ребята, берем тайм-аут. Что-то так как красный, дядь, посмотри. Нам надо что-то делать. Смотрите, что с ним произошло. Да просто, я просто болел, обморозил кожу и вообще... Тупо полярный. Вообще, все равно хорошо, что я жоповец. Как я уже говорил, вместе мы семья красавцев. Да, все окей. У тебя и только у Мибр все очень плохо. Прям все нереально плохо. Не, ну проблемы Мибр, это их проблемы, не мои. Ну да, проблемы Мибр... Ну, тут согласен. Наши ожидания — это наши проблемы. Тут все просто как бы. 8-2 G2, Маус 4-4, OG 4-4. ВП 4-6, 3-7 Мибр. Они уже точно никуда не выходят. И Фурия 3-3. Фурия может присоединиться к Мибрам, если не выиграет ни одной карты. У OG. Возможно, кстати, им дадут коллективную скидку в такси. Кому? Фурии с Мибрами. Ну, если они... Я понимаю, да-да-да. Давай зашарим Uber, да? Чего бы и нет. Коллективная скидка в такси. 12-ром, да. Возьмем большой-большой Uber. Ну, есть расклад, при котором Фурия играет в ничью с теми, с теми. Например. И выходит. И выходит дальше. Нет, если не играет... Потому что у троих команд будет по 15, если она играет. Да, там у трех команд будет по 5-5. Ну, по 15. Тогда Virtus.pro уезжает домой. Да. То есть, если не играет в ничью, Фурия играет в ничью с OG и с Маус, это устраивает и OG, и Маус, и Фурию. Да. Я ни на что не намекаю. Нет, также их устраивает, они могут кому-то 0-2 проиграть и кого-то 2-0 выиграть. А, ну тогда это не устроит, если они выиграют 2-0 у OG, это не устроит OG. У них будет вместе с Virtus.pro тогда переигровка. А в случае двух ничьих это устраивает все три команды. Ну, да, да. Прям вот идеальный расклад для трех команд. Просто, пацаны, размениваемся картами. Но, как мы знаем, ничего идеального не бывает. Но, мир вообще знаем, не идеален. Никто и... не... Не, ну мир не идеален, согласен. КС тоже. КС? Нет, КС идеален. КС идеален. КС идеален. Да? Да. Минута философики к этому. Это правда. А Дота? Дота не идеально. Ну, сейчас да. Я там не знаю 42 новых предмета. А вот КС, он просто идеален. А еще идеальнее, он будет следующих 4 карты и потом, возможных 3 карты переигровок. Это для тех, кто после нас здесь будет. Доброе утро, уважаемые зрители из Хабаровска, мы вас приветствуем. Здравствуйте, здравствуйте. Хорошего вам всем воскресенья, да, оно начинается для вас уже. Для нас чуть-чуть попозже. Саммит продолжается, 4 карты мы еще посмотрим, посмотрим, как это все закончится. OG разогнались, за OG реально интересно и приятно смотреть. Именно они против еще одной бразильской команды будут продолжать наш эфир через 10 минут. OG против Фурия, очень скоро на ваших экранах, никуда не уходите, КСик продолжается.